Здравствуйте! Благотворительный фонд «Солнце в ладошках» существует 5 лет. За этот период деятельности мы помогли 720 деткам, а также семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Основными направлениями деятельности фонда являются сборы денежных средств на лечение, реабилитации, операции. Мы оказываем помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Проводим детские праздники в больницах, в приютах, помогаем интернатам. Все это стало возможным благодаря помощи неравнодушных граждан и организаций, которые активно принимают участие в помощи и в поддержке. В 2019 году фонд стал победителем президентских грантов. Нам выделили денежные средства в сумме 2 миллиона 900 тысяч рублей на развитие и на помощь тяжело больных детей. Мы семья Лукьяница, многодетная семья. В 2018 году мы познакомились с фондом «Солнце в ладошках». Мы очень часто посещаем этот фонд. Мы посещаем кладовую добра, где нам оказывают продуктовую помощь, одежду. У нас как происходит как круговорот. Он никогда не кончается. Какую-то мы отдаем одежду, какую-то нам отдают одежду. Мы очень рады, что мы познакомились с такими замечательными людьми, которые в трудную минуту никогда нас не оставят. Я сама не местная, но я знаю, куда мне идти. Фонд «Солнце в ладошках», и там мне окажут помощь и поддержат. Попав в Краснодарский край, мы столкнулись со множествами проблем бытовых. Но встретили на своем пути очень замечательный фонд, который называется «Солнышко в ладошках». Я благодарна людям, которые занимаются благотворительностью, которые помогают таким людям, как мы, многодетным семьям, с детьми с ограниченными возможностями. На сегодняшний день у нас очень тяжелая ситуация с ребенком Темочкой. Он у нас самый тяжеленький, поэтому нам нужна специализированная кроватка. И фонд нам оказал такую помощь, мы даже не ожидали. Все это свершилось за вечер. Мы уже спали в новой кровати, мы поднимаем кровать, мы не задыхаемся, потому что мы задыхаемся ночью, у нас сильные спазмы, у нас перекардит сердце, поэтому очень сложно. Поэтому мы очень благодарны за такую большую кроватку, которая нам спасет жизнь. Мы благодарим Елену Алексеевну, директора фонда «Солнышко в ладошках», за то, что этот человек самой большой душой на свете. Откуда оно берется, где прячется и смеется, и в солнечные сети ты зря его ловил. Известно всем на свете, оно в твоей конфете, которую ты с другом сегодня рассеял. Елена Алексеевна, я вас очень благодарю за вашу работу. Низкий вам поклон от нашей семьи. Два года назад в нашу семью постучала беда. Кирюша заболел, и российские больницы нам не смогли помочь. Мы обратились в фонд «Солнце в ладошках», и тогда уже Елена Алексеевна со своими девочками обратились ко всем людям, которые были подписаны на этот фонд. И люди нам помогли в сборе денежных средств. Благодаря им мы попали на обследование в Израиль. Мы предполагали там остаться дней на 10, провести обследование, узнать, что же такое случилось с нашим сыном. Но так получилось, что болезнь оказалась страшной. Это опухоль головного мозга. И тогда нам пришлось обратиться снова в фонд за помощью, чтобы собрать средства на лечение. Благодарим всех помощников, всех волонтеров, которые откликнулись на нашу просьбу. Ох, ничего себе, 5 лет! Знаете, наверное, миллиард лет надо работать в благотворительности, чтобы к этому привыкать. Мы все живем в другом мире, совершенно другом. Наши дети не воспринимают то, что мы даем им, как что-то великое, большое. Дети плачут от того, что ты им
конфет привезла от радости. Дети плачут от радости, потому что не видят этих конфет. Кофейные, да. Не надо с тем разбираться. Да. К нам обратилась мама пятерых деток, которая воспитывает их самостоятельно, без папы. Такая большая дружная семья, мама и пятеро деток. Спасибо огромное за помощь, сейчас она очень необходима. Вообще помощь, она, ну, нам она крайне важна. Спасибо огромное за вот такую поддержку. Сегодня Миша мой помощник, мы с ним покупаем продукты для семьи. Отдаем продукты в семью. Все как просили. Это все мы приобрели для детской краевой больницы. Нам поступила заявочка. Попросили купить велосипеды, самокаты, чтобы дети могли чем-то заниматься. Проверять. Вот очумелые ручки. Ты такой молодец. А мы доставили матрас, приобретенный за ваши средства, Артуру. Все здесь. Вот он, Артур, матрас здесь. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровечка, крепкого сибирского. Верка тоже, наконец, здоровая. Сегодня мы приехали в семью Анохиных и привезли им кое-что из помощи. Немножко обоев, светильники, утюг. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие, нам помогал и помогает. Большое спасибо всем. Хочется от всего сердца выразить глубокую благодарность каждому неравнодушному человеку, который принимает участие в жизни болеющих ребятишек. Из капель складываются моря, закрываются огромные сборы. И если каждый из нас станет чуточку добрее, то мы сможем изменить этот мир. Спасибо большое вам. Thank you.